Мне кажется, это дикая орхидея, верно? Лоэля тибицина. Ханна, только скажи, что до заката эти цветы лучше хранить в холодильнике. На солнце они привлекают мух. А вам нужны комнаты? Да, но мы не успели предупредить заранее. А в сентябре Коста Верде закрыт. И мы работаем только по особым договоренностям и на особых условиях. Мэксон, по-моему, это и есть особый случай. Я бы даже сказал, исключительный. Мне кажется, вы сами сказали, что они не из ваших. Я вас прошу, включите нас в число в наших фашистов. Дедушка! Тихо. Опирайтесь, дедушка. Ступеньки. Слушайте, милочка, вашему старику-то место в больнице. Да нет, он просто слегка повредил колено. Ему нужно хорошенько выспаться, отдохнуть. И завтра он будет уже на ногах. Дедушка удивительно быстро справляется с такого рода недомоганиями. Удивительно быстро для такого молодого. Ему 97 лет. Сеньора, Акела, Сатоле, Эльдерминадо, Геннадо Скриптарес. А зато мисто, Педро, Пачо! Я и не могу выразить вам свою благодарность за то, что вы нас принимаете. Это просто радость для вас. Может быть, я от вас в малярии заразилась. Но мне на секундочку показалось, что... Ханна! Ханна! Да, дедушка! Дедушка, да! Ханна! Ханна! Да, дедушка! Ханна! Да! Не ходи! Будь рядом, чтобы я мог тебя позвать. Я буду здесь, дедушка! Возьмите этот крест. Есть дорогой медвист и золото. Вы сможете вернуться в Техас. Что вы делаете, мистер Шин? Возьмите или иначе я вас сейчас запущу просто в чопы! Хорошо, мистер Шин. Я возьму. Я возьму, но только для того, что когда вы одолеете свою лихорадку, он вам понадобится. Вы хотите сказать, что игуана – создание Божье? Если вы так ставите вопрос, то да. Но Бог-то ее не отпустит. И вас не отпустит. И меня. Так давайте же мы поиграем в Бога. Ларри Шеннон сейчас пойдет, возьмет мачете. И отпустит эту чертову ящерицу. Кажется, я ее закончил. Ты приготовила? Я все записываю, дедушка. Ветвь апельсина смотрит в небо. Без грусти, горечи и гнева. Она безмолвие храня, следит за угасанием дня. В какой-то вечер с этим схожей она пройдет зенит свой тоже. И канет в ночь, и вновь начнет история круговорот. И будет ствол еще годами вступать с жарой и холодами все в ту же сделку, а затем на землю ляжет тих и нем. А после дерева другое, зеленое и золотое, шатром листвы укроет вновь земную грязную любовь. И смотрит ветвь с плодами в небо, без грусти, горечи и гнева. Она безмолвие храня, следит за угасанием дня. По сердцу робкое, ужели не выучил испи доселе? Отваги чистой и простой у этой ветви золотой. Ханна! Ханна, ты все записала? Да, дедушка. Ничего не упустила? Ничего. Поэма закончена? Да, дедушка, она наконец-то закончена. О, Боже. Она уже наконец-то закончена. Мы так
как долго этого ждали. Да, дедушка, мы очень, очень долго этого ждали. Но ведь она хороша? Она прекрасна, дедушка. Спасибо тебе, дедушка, ты написал самую чудесную серию своих поэм. Завтра ее отпечатают на машинке? Да. Завтра я отнесу ее в журнал, ее там напечатают.